Снова мы в нашей студии. Сегодня я специально не демонстрирую, это идет лечебный процесс. Занимаемся медовым массажем. Вот. И почему? Потому что у пациентки проблема с бронхами. Там хронический бронхит, там достаточно, скажем так, болезненное состояние бронхов. И наша задача это дело вылечить, то есть проникнуть медом таким образом, чтобы прогреть именно уровень поражения, чтобы осуществились противовоспалительные мероприятия, противоаллергические мероприятия. Да, аллергии на мед нету. На мед нету, а вообще аллергии. Вот, да, на мед нету. Аллергия — это самое главное, поэтому эффект будет. Вот. И несколько минут мы осуществим вот это прогревание. Это очень эффективно. Можете потом услышать мнение пациентки, если она захочет высказаться по поводу результата, по поводу ощущений, по поводу того, что она будет чувствовать в течение дня. Вот это, об этом может быть при желании пациентки выложена информация на канале. Вот. Ну а сейчас мы осуществляем этот вот небольшой сеанс. Спина уже немножечко разогрета, мы сделали как бы все. Да? Чисто анатомически бронхи располагаются вот здесь, вот этот участок поражения. Поэтому мы с этим и работаем. Да, мы осуществляем медовую аппликацию. Да, вот уже девушка уже волнуется слегка. Там, напугали вот, немного. Да, да, да. Ну, на всякий случай, чтобы это не было неожиданностью. Значит, да, вот я осуществляю медовую аппликацию сначала с одной стороны. В принципе, вот, но у нас девушка худенькая, можем сразу сделать это с двух сторон, дабы не создавать лишние, не растягивать ощущения, которые она получит. Волосы подобраны. Значит, да, здесь у нас есть все для последующих водных процедур приготовлено. Вот. Ну и дальше я, с вашего разрешения, комментировать не буду, потому что процедура достаточно тяжелая, ну и прежде всего для меня. Да? Вот. И дальше мы осуществляем сам массаж. Лежать. Откройте секунду, можете подождать. Волосы. Кстати, обратите внимание, я вам потом покажу, мы сделаем поближе. Мужчины, как правило, реагируют гораздо спокойнее. Даже вот этот мужчина, который рядом. Вот, а вот теперь обратите внимание на, если можно камеру поближе, на белые пятнышки. Это соли, это вот следствие остеохондроза, который есть в начальной стадии. Живая? А? Нет, почему? Все. Дальше будет очень приятно. Аркадий, сколько же у вас сил на этом теле? Не спрашивай. Так, теперь у нас мы переходим к водным процедурам. Ребенок-то отреагировал весьма спокойно.
замечание? На плей, вопли. Ну, особо она и не вопила, я думаю, будет хуже. А он обычно-то раньше, я думаю, был. Скажем так, гораздо более неспокойный. Да, это значит. Его вообще спокойно сложно было. Первый день, когда ты приехал, ну, как-то так. Как дела? Мне как-то, вы знаете, полной груди могу сказать. Ну, дыши. Честно. Ну, дыши. Первый раз за многие годы, наверное. Да. Я потому что если полные легкие набираю воздуха, я начинаю кашлять. А сейчас как-то оп, и не хочу кашлять. Ну, не кашляй, раз не хочешь. Круто. И не хочется кашлять. Обалдеть. Это вы сами такое придумали? Нет, я не придумал сам, я учился. Но единственное, что я могу сказать, что, ну, скажем, вот такого массажа с точки зрения лечебного, ну, в принципе, никто не делает, наверное. Ну, я такого, да, не слышала. Медовый – это, знаете, поглаживание, медик, такое скрабирование. Нет, нет, это лечебный вариант. Все, я встаю? Да, ты встаешь. Пока что хозяйничает. Ай-яй-яй, что ты наделал? Нет, ничего не наделал. Волка. Он порядок. Ну, подыши, почувствуй. Реально, вот клянусь вам. Это я туда, туда. Сейчас я оденусь как-то. Оденешься, скажи. Я же не знала, что вы на видео еще снимаете. Ну и хорошо, что не знал. У нас все всегда как-то не ложится. Да. Фух. Так, да, я ей дам этот микрофон. Да. Так, на куда-нибудь прилепи. Давайте. Да, давай сюда. Товарищ у нас обнаружил необычные камни. Понравилось, да? Так, ну вот. Наша так, готов? Убери, а то он сейчас свалится. На телефон. Не у вашей блин сейчас они свалится. Сыночек, давай. Можно давай. Попросить, пойти погулять. Куда положи, Давид? Куда-нибудь положи, девушка. Сынок, возьми, пожалуйста, телефон, иди к папе. Андрюшенька, иди к папе, пожалуйста, котик. Иди к папе, он посмотри где-то. Он спокойно, да. Обращаем на это внимание. Ну, он понимает, что иди к папе, нет, он вышел. Спокойно. Да. И понимает, что я ему говорю, обращенную речь понимает. Да. Так, ну, вперед. Ощущение. Вот здесь прогревание горячее будет очень долго. И все глубже и глубже. Самое главное, чтобы ты сейчас не надуло тебя. Угу. Не сквозняки, и кондиционеры. Да. Все, я поняла. Так, ну. Впервые за. Сейчас. Готовы? Да, запись не прерывалась. Ну, очень хорошо. Вот наша пациентка, вы ее видели, скажем, со спины. Вот я, как говорится, скромно умолкаю, а ощущения, которые испытывала девушка, она вам сейчас расскажет сама. Да, это наша Настя. Вот у нее были проблемы, но вот сейчас она поделится с вами своими ощущениями. Мне нравится были. Да. Мне нравится, что были. Ух, прям легко дышать. Я прошу прощения за эмоции. Была достаточно неприятная процедура поначалу, но того, наверное, она стоила. По ощущениям, впервые за несколько лет я могу вдохнуть вот прям вот таким образом, да, полный легкий набрать воздуха, и мне не хочется кашлять. Я это слышала. Да? Вот, ну, прям ну, могу, такого, да, могу, вот, то есть, если раньше я набираю полные легкие, у меня сразу я откашливалась вот таким, то сухим, то мокрым, я не знаю, от чего оно зависело. То сейчас прям... И хух, и не хочется кашлять, удивительно, конечно. Вот, спине горячо, так приятно горячо, и уже не больно. А было? Ну, да, конечно, да. Я не знаю, как у вас столько сил, спасибо. Большое. Классно. Я сейчас заплачу, да. Вот. Ну, вот это вот такая процедура, и сразу хочу сказать, что... Пожалуй, в единственном месте, да, массаж медовый делается много где, но с точки зрения лечебного эффекта, в принципе, мы это делаем, в общем, по-другому, практически единственное. Вы видите результат, и, как бы, да, вот задача нашего центра, даже не задача, а кредо нашего центра, результат здесь и сейчас. Вот вы услышали, да, результат здесь и сейчас. И я могу сказать, вот то, что останется за кадром, что вот это вот тепловые ощущения, они будут нарастать, то есть будет ощущение, что тепло идет глубже, 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 это вот процесс идет в бронхах. То есть вот это вот лечебный момент, это снятие воспалительного процесса, это очищение, это
улучшение крови и лимфотока именно вот в районе патологии, в районе повреждения, оно вот дает такой эффект. Вот тепло, хотелось бы, да, уточнить, оно не на коже, а оно под кожей, вот как-то такое ощущение. Оно не сверху, а именно под кожей. Хотя, казалось бы, что там, да, кожу там, да, вот подергали, пощипали, а на самом деле все внутри. Ну вот, все, счастливо, будь здоровой и не кашляй. Хорошо, спасибо большое. Все, до свидания.